виду невзрачный, вкусный внутри. Речь о киви, который также принято называть китайским крыжовником. Все из-за кисловатого вкуса и принадлежности, кто бы мог подумать, к ягодам. Киви является рекордсменом по содержанию полезных кислот. Один плод содержит суточную норму витамина С. Запекантную кислинку киви часто используют в кулинарии. Сегодня готовим нежный чизкейк с киви. Для приготовления чизкейка нам понадобится 100 граммов печенья, 3-4 крупных киви, 50 граммов сливочного масла, 600 граммов сливочного сыра, 140 грамм сметаны, 200 граммов сахара, 3 куриных яйца, чайная ложка цедры лимона, также немного лимонного сока и желатина. Сначала готовим основу для чизкейка. На первом этапе измельчаем печенье. Перекладываем полученную массу в емкость и добавляем сливочное масло, предварительно растопленное. Затем выкладываем массу в форму. Лучше на дно выложить специальную бумагу для выпечки. Немного приминаем слой печенья и ставим форму в холодильник. А в это время начинаем готовить начинку. Смешиваем сливочный сыр и сахар, взбиваем миксером до однородности. Затем добавляем яйца, лимонный сок и цедру лимона. И вновь взбиваем. Затем полученную массу выливаем в форму и отправляем ее в духовку, разогретую до 170 градусов на 1 час. Пока десерт выпекается, расскажем несколько занимательных фактов о киви. Китай считается родиной киви. Первые упоминания о нем появились еще в 12 веке. В них описывался плод с древовидных китайских лиан. Современное название плод получил в Новой Зеландии в честь пушистой птички. Киви на 84% состоит из воды. Именно поэтому его часто включают в различные диеты. В 100 граммах киви всего 55 килокалорий. Кроме того, ягода содержит натуральный карнитин, жиросжигатель растительного происхождения и клетчатку, которая помогает ускорить обмен веществ. Хотя мы привыкли, что киви зеленого цвета, существует еще и золотой киви. В разрезе он имеет мякоть ярко-желтого цвета. Необычный сорт вывели около 30 лет назад. Несмотря на высокую цену, около 180 рублей за штуку, золотой киви очень популярен. Его вкус нежнее и слаще, чем у зеленого родственника. Тем временем пришло время достать чизкейк из духовки. Даем ему немного остыть и отправляем в холодильник. Пока десерт охлаждается, готовим верхний слой – компоте из киви. Заливаем желатин небольшим количеством воды и оставляем на некоторое время. Киви очищаем от кожуры и режем небольшими кубиками. Кладем фрукты в сотейник, добавляем 60 граммов сахара, тщательно перемешиваем. Ставим сотейник на плиту, доводим до кипения и варим в течение 2 минут. Добавляем туда желатин и перемешиваем. Даем массе остыть. И только потом выливаем компоте на чизкейк. Далее отправляем десерт в холодильник на 6 часов. И все, нежнейший чизкейк с киви готов.